Чем занимались, что вас задержали? Регистрация граждан. Регистрировали. Каким образом регистрировали? Вы сами их регистрировали? Кого-то я сама регистрировала, а кого-то я перенаправляла к другим собственникам. Другим собственникам, получается. А откуда узнали другие собственники? Они мне звонили и сами предлагали, что они хотят, если у меня есть лишние клиенты, Хорошо. Я могу им давать. Я понял. И все клиенты получали прописки регистрации? В последнее время нет. Не получали. А вот когда вот собственники, вот, которым вы перенаправляли заказы, они денежные средства потом вам часть передавали? Да, передавали. А сколько передавали? Всегда по-разному. От 2000 до 10. Садинин, сознаетесь? Да. Раскаиваетесь? Да, сознаюсь. С органами следствия и правоохранительным органом. Желаете содействовать? Да. Все, спасибо. За что задержали, знаете? Да. Людей остальные уже утащили. А следующие люди получили отказ. А денежные с вами возвращались? Людям. Сколько они платили за прописку? 25. А деньги потом им, соответственно, не возвращали. 1000. А вот денежные средства, которые были получены, получается, сколько данного мошенничества, вы, получается, передавали часть другим соучастникам или все себе оставляли? Не передавал. А кому? Женщине. Ну, женщине какой? Как зовут женщину? Которая координировала, которая давала мне этих людей. А, получается, женщина давала вам людей, дальше вы уже регистрировали как собственник, правильно? Да, да. А вину содеяния признаете? Конечно. Раскаиваетесь? Конечно. Что вас задержали, знаете? Да. За что? Прописки мошенничества. Вину содеяния признаете? Да.